Всем привет, друзья! Сегодня в нашем обзоре автомобили марки Opel. Предложения и цены на Opel в ноябре. Opel Vectra Universal из Германии. 2006 года. Дизель 1.9. Автомат. Пробег 205 тысяч. Цена 2750. Opel Astra из Франции, 2010 года, 1.7 дизель, механика, пробег 137 тысяч, цена 4300. Opel Meriva из Германии, 2006 год, 1.6 бензин, механика, пробег 153 тысячи, цена 2750. Opel Astra из Франции, 2013 год, дизель 1.7, механика, пробег 186 тысяч, цена 6300. Да, запотевшие стекла очень мешают обзору. Opel Meriva из Германии, 2007 года, 1.7 дизель, механика, пробег 225 тысяч, цена 2650. Opel Meriva из Франции, 2010 год. Дизель 1.7, механика, пробег 189 тысяч, цена 3600. Opel Astra из Германии. 2001 года, 1.6 бензин, механика, стоимость 1100 евро. Opel Astra на литовских номерах. 2005 года, тоже бензин 1.6, механика, цена 2000 евро. Opel Meriva из Франции, 2004 года, дизель 1.7. Механика, пробег 183 тысячи, цена 1550. Opel Meriva из Германии, 2006 год, бензин 1.6. Механика, пробег 210 тысяч, стоимость 2600.
Opel Meriva Cosmo 2007 года, дизель 1.7, механика, цена 2500. Opel Zafira из Германии 2006 года, дизель 1.9, механика, пробег 195 тысяч, цена 3250. Opel Astra из Бельгии 2008 год, дизель 1.7, механика, пробег 188 тысяч, цена 3150. Opel Astra из Франции 2009 года, 1.7 дизель, механика, цена 3250. Ну, салон через такое стекло мы не увидим. Opel Zafira из Германии 2008 года, дизель 1.9, механика, цена 3650. Снова Opel Meriva, их в этом обзоре у нас больше всего. 2004 года, бензин 1.8, механика, пробег 158 тысяч, цена 2150. Opel Insignia из Франции, 2010 года. 2 литра дизель, механика, комбинированный салон, стоимость 5400. И Opel Zafira, также из Франции, 2007 года, дизель 1.9, механика, пробег 215 тысяч, цена 2800. На этом ноябрьский обзор закончен. Спасибо, что нас смотрите. Если понравилось, ставьте лайки. Если есть что сказать, пишите комментарии. И будем рады новым подписчикам. До следующих обзоров. Всего доброго, друзья.